Почти каждый день в районе торгового центра Синанка-Сити происходят серьезные дорожно-транспортные происшествия. Увы, но наши водители не учатся на чужих ошибках. Так, поздно вечером на Синанкинском подъеме Toyota Mark II влетела в Лира. Молодой водитель легковушки в ДТП не пострадал, родился в рубашке. Вспоминает, двигался на автомобиле с Ботанического сада во Владивосток в районе торгового центра Синанка-Сити, на подъеме пережал газ. Машину начала кидать из стороны в сторону, она влетела в леера, затем отскочила и ударилась об бетонный отбойник. Не то, что летел, просто сильно пережал газ. Ага. Все. Что в результате? Как ты почувствовал, куда ты влетел? Как? Ну как почувствовал? Меня начало шкивать по дороге. Все, сбросил скорость, въехал в леера. Насколько это было страшно? Не страшно. Не первый раз? Первый раз, но как-то осознанно. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Марк получил серьезные кузовные повреждения, утратил способность к самостоятельному передвижению. В целом легковушка подлежит восстановлению. Хозяин машины считает, что нет смысла ремонтировать машину. Цена этого авто 200 тысяч, а на восстановление уйдет 1150, а то и больше. Поэтому целесообразнее будет купить новый автомобиль. Разбитый Mark II занял левую полосу для движения, в сторону города образовалась небольшая автомобильная пробка. Чтобы она исчезла, хозяин и его группа поддержки откатили седан на обочину. Водитель приступил к оформлению аварии.